Привет, чуваки. Сегодня я вам покажу взлом игры. Игры мой говорящий том. Давай. Я буду взламывать сегодня на. Если честно, я не знаю, на что я буду взламывать. Я уже взломал все. Ну, к примеру. Вот, ищем число. Ну, к примеру, на эту еду буду взломать. Вот, покажу вам, как надо. Все, что хотите, можно взломать по одному принципу, конечно же. Вот, к примеру, еда. Еда. Заходим сюда. Вбиваем число 11. Вот у меня сыр, 11 штук. Нашел 46 тысяч. Так. Где сыр? 7. Вот 7. Заходим сюда. Отсев. Семерки. Отсев. Заходим сюда. 800. Ну хотя бы. Подождите. 30. Нажимаем D. Уходим. Заходим сюда. Заходим сюда. На эти карты нажимаем. Выходим. Заходим в кухню. И у нас тут сыра уже 30 штук. Вот как это все работает. Я написал 30, все сработало как надо. С деньгами и со всем остальным это также работает. Подождите. У меня выключен Wi-Fi. Я сейчас его включу. Так, чуваки, все, я закончил. Ну вот, я еще один взлом вам покажу. Вот тут надо зайти в магазин. Тут будет, к примеру, 75 тысяч этих значков полета. Они стоят 15 тысяч. Заходим сюда. Вбиваем новое число. 15 тысяч. Но поиск. Вот, нашел. Меняем эти значения. Ну, к примеру, на 0. Да. Выходим из магазина. Заходим сюда. Сюда. Обратно заходим в магазин. И стоит бесплатно. Вы можете покупать. Вам ничего не сделает эта игра, этот взлом 2019 года. Ваша игра не остановится, не выкинет вас. Ну, все. Как-то так. Вот тут еще один прикол. Я за 3000 0 этих значков. Вот как все это работает. Также это работает и на деньги. Ну, короче, до свидос, чуваки. Буду показывать вам новые взломы. Реальные взломы. Буду проверять, работает взлом или не работает. Буду проводить новые состязания. И как-то так. Пока, чуваки.